Меня всегда разворачивало в Припять. Чем бы я ни занимался, я снова оказывался здесь. И, видимо, в какой-то момент я просто сдался и поплыл по течению. То есть, ну, это, видимо, судьба. Это мой дом, я его до сих пор чувствую как дом сейчас. Я здесь практически каждый день, так или иначе. Это просто, скорее, дань памяти тем, кого мы знаем, помним. Городу. Thank you.